Я не думаю, що нам вдасться вирішити ту проблему, яка у нас є, по якої ті дивіденди, які йдуть з України, не обкладаються ніякими податками. По угоді ще, якщо не помиляюсь, 89-го року Радянського Союзу і Кіпру. Це питання там не прописано. І я вважаю, що це ми повинні розглянути під час пенсійної реформи, коли ми будемо відпрацьовувати позицію звичайних цін. І ми готуємо таку, у мене робоча група сидить, готує таку пропозицію, ми відпрацьовуємо її разом з офісом Ernst & Young, вивчаємо світовий досвід, і я вважаю, що це ми повинні будемо прийняти. Теж бажано під час перегляду податкового кодексу, який у другому півріччі буде. Це буде кардинальна зміна, і я переконаний, що це дасть великі надходження до бюджету. Це нам потрібно робити. Ми кожен раз щось придумаємо український велосипед. Візьміть передовий опит. Візьміть 3-4 найінтересніші країни. Що роблять інші країни? Робиться спеціальне підрозділення, яке сидить в налоговій адміністрації, і в цьому проблема, в цьому ризик определенний. Которая отслеживает уровень цен по услугам и по товарам и говорит, весь мир работает с офшорными зонами, никто их не боится, но только когда ты платишь какой-то платеж на офшорную зону по товарам или по услугам, некоторые страны говорят, сразу заплати столько-то в бюджет, а некоторые страны говорят, нет, ты заплатил за металл, а металл сегодня на рынке стоит не $100, как ты поставил цену, а 300. Поэтому ты налоги нам заплатишь с 300, а не со 100. В чем проблема? Этот механизм тяжел в чем? В том, что там ручное опять управление, которое мы должны будем вручить в наши надежные руки налоговой администрации. И это надо прописать очень аккуратно, чтобы там не было злоупотребления, чтобы завтра тот же бизнес не взвыл от этого, от этих проблем. Поэтому инструментарий должен быть четкий, точный, его надо подготовить. Вот чем мы, собственно говоря, сейчас и занимаемся. Вот в чем суть. Или такой вариант, или такой, как я сказал. Но мы его подготовим обязательно. Я веду соответствующие консультации, причем я начал разговоры и с самыми крупными работодателями, которые четко уже сегодня говорят, вводите эти правила, но только введите их для всех. Вот то же самое, что по легализации. Одни, особенно акционерные общества, западные, не имеют возможности сегодня не заплатить заработную плату нелегально. Для них это беда будет страшная. Я работал в Светбанке. Не дай бы Бог мне платили заработную плату одну в конверте, а одну официально. Если бы это всплыло где-нибудь, такая информация, акции того же банка сразу бы на бирже упали. Потому что сразу бы это вызвало совершенно непонятную реакцию акционеров. Они не хотят такие. Так вот эти предприятия все сегодня у нас платят легально. А наши могут не платить. И при этом возникает диспропорция, как они конкурировать будут. Один платит одну цифру, второй другую. На одном рынке работают. Поэтому нам необходимо вот эти вещи все учитывать и выводить. Но я вас прошу, чтобы вы как экономические журналисты понимали, благодаря этому мы практически сможем снижать вот эти налоги, которые мы снижаем. Тот же НДС, тот же налог на прибыль, те же социальные отчисления. Вот это надо не забывать. Делая более жесткие меры, снижать начисления, снижать нагрузку на предприятие и расширять поле.